Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания Win Option Signals. Сегодня мы хотим вас познакомить со стратегией для бинарных опционов Pro ITM Miner. Эта стратегия, по утверждению автора, даже без дополнительной оптимизации и фильтров, должна показывать отличный результат с эффективностью сигналов до 70%. Трейдеру всего лишь нужно быть терпеливым и дождаться точки входа по правилам системы. Обратите внимание, что эта стратегия платная, и цена VIP-версии составляет $300. Но на нашем сайте стратегию для ознакомления можно скачать абсолютно бесплатно. Ссылка для скачивания стратегии Pro ITM Miner будет в описании под этим видео. Индикатор стратегии Pro ITM Miner устанавливается в терминал MetaTrader 4 стандартно. Ссылка на инструкцию по установке индикаторов в терминал MetaTrader 4 будет в описании под этим видео. Обзор индикаторов стратегии Pro ITM Miner для бинарных опционов. В стратегии используются следующие индикаторы. Стрелочный индикатор Pro ITM Miner VIP Edition. Экспоненциальные, скользящие, средние. Индикатор Pro ITM Miner формирует на графике сигнальные стрелки вверх или вниз. Сигналы индикатора не перерисовываются и работают только на 15-минутном таймфрейме. В индикаторе встроены оповещения, алерты. Пуш-уведомления будут полезны во время работы с несколькими финансовыми парами. Те, кому уведомления не нужны, могут отключить все оповещения в окне параметров индикатора. Для определения тренда используются две скользящие средние, 21-я экспоненциальная скользящая средняя EMA и 34-я экспоненциальная скользящая средняя EMA. Направление линий скользящих средних показывает основное движение цены. Если желтая 21-я скользящая средняя находится над синей 34-й скользящей средней, на рынке бычий тренд. Если желтая 21-я скользящая средняя находится под синей 34-й скользящей средней, на рынке присутствует медвежий тренд. Правила торговли по стратегии для бинарных опционов Pro ITM Miner. Перед торговлей ознакомьтесь с этими рекомендациями. Не торгуйте 30 минут до и после выхода важных новостей. Если есть такая возможность, не открывайте сделки в течение 30 минут после открытия новой торговой сессии. Если вы пропустили сигнал, то не совершайте сделку, а ждите нового сигнала, так как спешка может привести к убыткам. Правила покупки опционов Call. Первое. Быстрая 21-я желтая выше медленной 34-й синей. Второе. Ниже свечи появился сигнал, появилась стрелка, а тело свечи находится ниже 21-й желтой скользящей средней или 34-й синей скользящей средней. Третье. Опцион Call покупается на открытии новой свечи, следующей после сигнальной. Максимальное время экспирации 15 минут, одна свеча. Правила покупки опционов Put. Первое. Быстрая 21-я желтая ниже медленной 34-й синей. Второе. Выше свечи сформировался сигнал, появилась стрелка. Свеча расположена над скользящими средними. Третье. Опцион Put покупается на открытии новой свечи, следующей после сигнальной. Для этой стратегии использовать только таймфрейм 15 минут и экспирацию в одну свечу. Сейчас на реальном примере мы попробуем поторговать с таймфреймом 15 минут с экспирацией в одну свечу.
торговля бинарными опционами от сигнала до сигнала может быть весьма прибыльной даже на длинной дистанции. Лучшие торговые стратегии разрабатываются, оптимизируются, дополняются различными фильтрами и требованиями строгого соблюдения всех правил. Трейдер, в свою очередь, должен принять на себя все риски и доверить свой депозит сигналам, которые видит на графике. Но не стоит забывать про money management и risk management – краеугольные камни успеха каждого трейдера. Для стабильного результата необходимо выбирать брокера, который позволяет трейдерам использовать экспирацию менее суток. Таких брокеров вы можете выбрать в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Спасибо за внимание. Успешной торговли!